Здравствуйте, дорогие гости и подписчики нашего канала «Как правильно убить В». Сегодня я хочу поговорить о замечательном, а просто вот любимом мной сериале «Ликвидация». Дава, я извиняюсь, но ты таки босяк, некому задницу надрать. 5 пистолетов не пачка папирос, они такие стреляют. Ну ты же не окно в женской бане, зачем в тебе дырка? Уйди, Фима. Хорошо, хорошо. Которую снял режиссер Урсуляк, Сергей Урсуляк. Хочу сказать сразу, что этот режиссер во всех своих интервью и статьях очень много говорил о том, что все, что происходило в сериале «Ликвидация», это художественный вымысел. Ну, в принципе, я могу с ним согласиться. Это действительно художественный вымысел, это художественная интерпретация набора фактов. Язычка, так я мне кухну пачку соли помой на ведро. А что, если помой посолить, они будут лучше пахнуть? Ну я вас умоляю, Фима, вы же знаете за Эмика. Он если не сломает, то уронит. И как раз таки не помимо пальца, а на самой ноге. Мама, он проснулся и не хочет. Не трогай ножик, халамитник. Мама сказала, ничего не трогай. Что же это за факты? Первый факт – это действительно произошедшее событие. Событие масштаба страны. В 1946 году Иосиф Сталин снял с поста главнокомандующего сухопутными войсками маршала Советского Союза Георгия Жукова и отправил его в военный Одесский округ. Это абсолютный исторический факт. В то время, которое отображено в сериале, в то время город Одесса была включена в ОС. Что такое ОС? Это очень просто совершенно на самом деле расшифровывается, это особый список. И города, которые попадали в особый список, обозначалось только одно, что в них особо большой бандитизм, особо большой разгул бандитизма. Кто стрелял? Я не помню, или кривой, или дутый, там не могло быть моих отпечатков. Верю, вот теперь верю, пиши. Не могло быть его отпечатков. О, а что мне расписывать тут отпечатки? Да Фима ошибся, это было не у мадам Кацюба, а у Якова Бедовера. Вот, вспомним за Якова Бедовера. И, соответственно, маршалу Советского Союза Жукову требовалось принять меры. Он должен был снизить эту самую преступность. И хочу сказать, что второй факт совершенно точный. Ему это сделать удалось. Сём. Верни награбленные мозолистые руки. Через некоторое время, благодаря усилиям очень многих силовых структур, преступность, статистическая преступность упала до довоенного уровня. Это тоже факт. Теперь, что касается самого сюжета сериала «Ликвидация», в основе которого лежит спецоперация под кодовым названием «Маскарад». Некоторые источники указывают, что эту спецоперацию «Маскарад» и придумал, разработал и лично ей руководил сам Жуков. Спешу разочаровать поклонников этого сериала. Это документально нигде не подтверждается. Но, тем не менее, подобные операции действительно проводились в Одессе. И выглядели они примерно так. Почему, собственно, маскарад? Да потому что люди переодевались. Вместо формы надевали цивильную одежду и в темное время суток просто гуляли по городу. Можно было видеть нарядных дам с огромными яркими букетами цветов, хорошо одетых мужчин. Они громко смеялись, и вообще можно было предположить, что они несколько навеселе. То есть всем своим видом эти люди показывали, что они легкая добыча для преступников. В то время, когда бандиты подходили к этой парочке для того, чтобы совершить противоправные действия, эта парочка вмиг преображалась, доставала оружие и стреляла на поражение по закону послевоенного и военного времени. То есть без суда и следствия расстреливали на месте. В этом была суть спецоперации. Хочу еще добавить, что трупы убитых бандитов
В качестве устрашения не убирали с улиц. В первую ночь было убито порядка 40 бандитов, во вторую ночь около 80, в третью ночь, по некоторым записям, 60. Ну, вы можете себе представить объем трупов по городу. Естественно, они лежали все утро, весь день, иногда до вечера, пока сотрудники уголовного розыска имели возможность объехать все это, зафиксировать все места, места происшествия. И, конечно, вот такое вот ведение спецоперации очень быстро дало результаты. Она была кратковременная, эта спецоперация. После нее, конечно же, продолжались какие-то действия, направленные на снижение бандитизма. И, как я уже говорила, все это увенчалось успехом. Какие еще факты, интересные факты могу упомянуть в связи с этим фильмом? Естественно, что во время концерта Леонида Утесова не было никакой спецоперации по захвату всех воров в законе. И уж тем более, естественно, чего там говорить об их фальшивом расстреле. И потом их отпустили, распустили, погрозив пальцев и сказав, что больше так не делайте. Нет, конечно, это вот как раз тот художественный вымысел, о котором говорил режиссер. Но, тем не менее, под этим сюжетным ходом есть совершенно четкие исторические факты, о которых я могу рассказать. Почему именно концерт Леонида Утесова и почему именно «Воры в законе»? Леонид Утесов был не только замечательный джазмен, актер, любимый очень многими своими зрителями, слушателями. Он еще был необыкновенный рассказчик. Он очень любил травить байки, рассказывать истории своей жизни. И были даже созданы такие своеобразные мемуары. И вот как раз в них очень большое количество рассказов было посвящено одесским ворам. И в частности, одесскому вору Мишке Япончику, Мойше Якову Винницкому. Это страшный человек, коронованный король бандитской Одессы, который держал ее в ежовых рукавицах. Родился Мойша в 1891 году в маленькой деревне в Херсонской губернии. Потом, чуть позднее, его семья переехала в Одессу. В 1905 году, в кровавом году, как мы все помним, начались еврейские погромы. В 1907 году Мишку уже арестовали и, в общем-то, дали срок 12 лет. Но он был молодой человек, очень изворотливый, ловкий. Он сумел дать денег другому человеку, который согласился отсидеть за него срок, сам вышел, был в банде Гайера Мерша, потом создал собственную банду. И хочу сказать, что его банда по, ну, в разных источниках сейчас уже цифры разнятся, поэтому я округлю, несколько тысяч человек. Он ходил с охраной, но Мишка Япончик, он очень любил, как он сам выражался, культуру и искусство. Он очень часто устраивал званые вечера и, конечно же, никогда не пропускал концертов Леонида Утесова. Если вы внимательно смотрели сериал «Ликвидация», вы заметили, что на одной из театральных тумб была размещена афиша, внизу надпись «Ход по Одессе свободный». У этого сюжетного хода есть совершенно точное подтверждение. В один из своих приездов в Одессу, когда Утесов приехал с Верой Холодной и решил дать благотворительный гала-концерт в пользу голодающих актеров Одессы, он понял, что билеты не раскупают. Он был в ужасе, он не мог понять, в чем дело, ведь, в общем-то, это были видные звезды. И тогда ему объяснили, что с наступлением темноты на улицу выходят бандиты, и ни один человек, который попадает в поле их зрения, живой до дома не доходит. Ну, в лучшем случае, его ограбят. И так далее. Леонид Утесов, пользуясь своей дружбой с этим человеком, поехал к нему в штаб-квартиру и попросил о том, чтобы конкретно сегодня гражданское население Одессы не трогали. И буквально через пару часов на всех театральных тумбах появились афиши, внизу которых была надпись «Ход по Одессе до 6 утра свободный».
Естественно, театр был забит битком, просто вот под завязку. Еще одна байка, которую с огромным удовольствием рассказывал сам Утесов, это байка, которая произошла с его другом Левой Зингерталем, который был очень известным куплетистом. В день перед концертом он прибежал в гримерную к Утесову и просто с порога закричал: все пропало, у меня украли фрак». А что такое у куплетиста украли фрак? Это значит, что на сцену он не выйдет. И тогда Утесов снова поехал в знаменитый ресторан «Фанкони» для того, чтобы встретиться с королем Одесса, с Мишкой и Пончиком, и рассказал ему эту историю. По свидетельству Утесова, Мишка и Пончик пришел просто вот в неистовство. Он обернулся к своим мальчикам и сказал: что же вы наделали? Вы лишили человека куска хлеба. Сейчас же верните. Утесов снова взял извозчика, доехал до театра. Не знаю, сколько уж это могло занять времени, но к тому моменту, когда он снова встретил Леву, на нем снова не было лица, потому что неизвестные люди только что притащили ему 18 фраков разного размера, разного кроя, разного цвета, просто потому что мальчики Мишки и Пончика не знали, какой именно фрак они утащили у артиста. Вот такие вот веселые байки. Сам Леонид Утесов рассказывал о своей дружбе с Мишкой и Пончиком. И поэтому, естественно, когда Сергей Урсуляк делал вот эту серию, когда он снимал «Арест воров в законе», естественно, это было бы логично, что это произошло на концерте Леонида Утесова, хотя бы потому, что он сам часто говорил о том, что все воры в законе приходили его послушать, послушать его куплеты. Что еще можно рассказать о сериале «Ликвидация»? Обязательно нужно упомянуть о его главном герое, о Давиде Гоцмане, которого, кстати сказать, совершенно потрясающе сыграл Владимир Машков. Андрей Остапович, да если бы я не взял этих пацанов на бзду, они бы шмалять начали. Столько бы пальбы вышло, волос стынет. А тут ребенок скрипку пилит. Мамаша умирает на минутку. Что ты ходишь здесь, как скипидарный, туда-сюда, туда-сюда? Доктор сказал, ходить ходю. Полезно для здоровья. Все знатоки после военной Одессы, после просмотра сериала «Ликвидация», бросились обсуждать, кто же был прототипом Давида Гоцмана. И называлось много имен, потому что, естественно, было просто колоссальное количество замечательных людей и в уголовном розыске, и в разведке, и в других силовых структурах. Но все почему-то в конце концов сошлись на том, что Дава Гоцман – это никто иной, как Дава Курлинд. Давид Михайлович Курлинд, замначальника УГРО Одессы. Он приехал в Одессу в 1944 году, а через 4 года, то есть в 1948 году, он уже был заместителем начальника Одесского уголовного розыска. Вы извините меня, тут пошумел? Да ничего. Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Елена Миллер. «Полнолуние, труп и черный циферблат». Читает Софья Эрнст.